Нет большей радости для музыкантов, чем признание публики и новый уникальный инструмент. Это первые звуки нового рояля в Самарской филармонии. До этого на нем играл только знаменитый российский композитор Александр Чайковский. В Московскую филармонию, которую он руководит, из Германии прибыло два рояля. Один должен был остаться в столице, второй уехать в Самару. Он мне позвонил, потому что они не могли выбрать. Он говорит, один рояль лучше другого. Причем тот, который мы оторвали от сердца, буквально, который мне больше понравился, уехал все-таки в Самару. Это лучший рояль в мире. Лучше нет. На 80% это ручная работа. Поэтому все инструменты, естественно, несут в себе индивидуальные особенности, которые будут раскрываться не сразу, под пальцами разных исполнителей. Рояль приобрели на средства областного бюджета благодаря национальному проекту «Культура». Его производитель – немецкая фирма «Stanway» со 165-летней историей. Она, как говорят специалисты, производит лучшие в мире рояли и пианино. Такие инструменты стоят на престижных концертных площадках Москвы и Питера. В Самаре на этом рояле будут играть лучшие российские и зарубежные музыканты, которые постоянно выступают в филармонии. У него приятный, очень такой хороший камерный тембр, который в любом случае будет для вашего зала. У вас зал очень хороший, очень такой камерное звучание у него. И мне кажется, что его будет даже нет необходимости подзвучивать усилителями. То, как звучит этот рояль, самарцы смогут услышать уже в январе. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Константин Головин. События.